В 1998 году ушла из жизни мексиканская киноактриса и танцовщица золотого века мексиканского кино Амалия Агилар. Амалия Агилар родилась 5 июля 1924 года на Кубе. Обучалась балету в Гаване у таких учителей, как Литон Харт, Лало Муара. Свою карьеру она начала рядом со своей сестрой Сесилией. Их называли сестры Агилар. Девушки были частью кубинской театральной труппы. В Гаване сестры Агилар познакомились со знаменитым кубинским танцором Хулио Ричардом, который искал молодых танцоров для своего балета. Хулио Ричард взял Амалию в Мексику в качестве партнера по танцам. В Мексике Агилар дебютировала в театре Лирико в основных кабаре Мексика. Амалия Агилар вышла замуж за перуанского бизнесмена Рауля Беруана, после чего решила посвятить себя детям и браку. Ее муж погиб в авиакатастрофе в 1962 году.